вырастили достойную смену. В Мурме прошла финальная игра 4-го сезона школьной лиги КВН. Кто стал чемпионом сезона, первый узнал наша съемочная группа. Вернулся домой в 3 часа ночи. А ну-ка дыхни. Все-таки нажрался. То с дивана встать не может, а тут на мостик встал. Острые шутки, заразительный смех, поддержка зала. Можно сказать, что команды юных КВНщиков вернулись в стены родной альма-матер. Точнее, в обновленный зал центра внешкольной работы. Весь сезон играют 5 команд, они играют по системе чемпионата, то есть они играли и фестиваль, и полуфинал, и финал. И накапливали свои так называемые гандикапы. То есть они подошли к финалу с определенным запасом баллов и очков. И сегодня они, то что наберут в игре, этот гандикап приплюсуется, и, соответственно, будет выбран чемпион. Команды просто, сборная школ. Сейчас что-то будет, Мивелгу. Мужики 8-й школы 5 с плюсом из 18-й, не считая собаки, еще одна сборная. Показывали приветствие, разминку, видеоконкурс и конкурс одной песни. По итогам игры выбирали команду чемпиона, которая поедет на область на суперфинал. 21 мая, да, в рамках проекта КВН «Малые города», который поддержан фондом президентских грантов, мы проводим эту игру. В рамках областного суперфинала ожидается 2 зачета, скажем так. Первый зачет, в котором участвуют команды, которые уже не первый год играют в КВН. Такие команды представляют 3 города нашей области. Это Ковров, Владимир и Муром. Поскольку в Муроме уже школьный КВН не первый год развивается, здесь ребята достаточно опытные. И второй, значит, зачет – это совсем новые команды, которые всего лишь сыграли по одной игре. Самыми яркими звездочками оказались капитаны команд. Мистером КВН стал ученик 18-й школы Кирилл Слаутин. А прелестный мисс Ангелина Губанова из 20-й. Наша команда играет в КВН уже 3-й год. Мы очень много занимали мест, но ни разу у нас не было первого места в финале. Вот. Мы очень рады этому. Мы очень часто собираемся, репетируем и выжимаем из себя все. Нам это очень нравится, и мы будем продолжать играть. Очень много я времени в это вкладываю. Иногда про учебу забываю, если это посмотрят мои учителя, извините меня, пожалуйста. Вот. Очень много времени вкладываю, и, ну, наверное, так должно было произойти. Но я очень благодарна всем в моей команде, что они мне в этом помогли. Решением оргкомитета лиги на областной суперфинал выбраны сразу 3 муромских команды. Мужики, 5 с плюсом и не считая собаки. Именно они будут бороться за право участвовать в международном фестивале школьных команд в Анапе. Елена Петрова, Илья Облетов. Новости. Муром.